Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Они стремятся руководствоваться разумом, а не эмоциями. Каждому вопросу они подходят серьезно и аналитически, и поэтому обычно находят логическое и разумное решение любой проблемы. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. В своем отрицательном проявлении эти люди в нумерологии превращаются в лжецов и обманщиков. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Страх у этого человека проявляется необоснованно. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.